Ну я здесь, в общем. Ну там я командую. Нам нужны будут быстрые тяжки и стахи. И пару арт. Так, тишина, смотрите. Сейчас 4 хэвика. Становите вот здесь, вот, вот здесь вот. Смотрите сюда. Даже не здесь, вот на опять ставят 4 хэвика. Теперь к ним едет из 4 гел. Слышь, гел. Вот здесь с ними, еще будешь, я тебя буду командовать, будешь чуть пирочек. Два коня, семерки и четвертый. Встали вот здесь вот, смотрите вот сюда вот. Я встану в нычку. Так, единственное, наверное, у нас Влар. Давай заедь на горочку наверх. Вот туда, на базе. Только смотри, высоко не поднимаешься, в кусты не светишь, просто смотришь вниз базы. То есть у тебя задача будет сбивать. У нас с тобой задача сбивать просто, и все. Хэвики близко друг к другу не стоите, чтобы, по-моему, Марта не кидал. Вообще старайтесь про такие места, по которым Марта не кидает или не достает. Все, Влар, да, развернулся и вниз смотришь. Дживиска назад. В принципе, Влар, можешь еще выше подняться. Только ближе к этому, к горе. Все, вот здесь хорош, и развернись. Если на тебя будут подниматься, будешь чуть-чуть назад завать, только сильно назад не завать, потому что сзади возможно будет танки. Так, теперь вот где мина, Серега, я там не вижу. Постройтесь более-менее, чтобы вы нормально стояли и целили устав в базу. То есть, ну, ваша потом задача будет выкатывать. Так, смотрите, хэвики здесь стоит, не лезьте, гел. Давай вот сюда вот вперед под камушек, чтобы ты чекал здесь. Как только засветишься, сразу откатывайся, не жди, когда артадеки. Так, вперед под камушек, справа от меня Сергей 57 стоит, камень слева. Все, их гони назад. Хэвики должны стоять на А5. В квадрате дальше А5 он не стоит. Ты стоишь в квадрате А6. Арката, да? Все, гел назад. Хэвики, вы не должны это палить. Хэвики палились? Не-не-не, Серега, выходи. Все, тихо. Хэвики от башки выставились, вот это покидали. Только хэвики. Четвертый что там делает? Е4 что там делает? Вот здесь вы должны гони, Е4 вот здесь должен стоять. Е4 гони, вот здесь стойте быстро, все сюда. Е4 гони, все сюда быстро. Зачем? Е4 кони вот здесь должны стоять. Быстро сюда все. К семерочкам. Там только хэвики. Быстрее, быстрее. Коня, если что, кидайте. Влар. Вот туда на крашек подъедь. Только смотри, что под ней кинули. Посмотри, что там под тобой. Да. Вот здесь только хэвики стоят одни. Хэвики вот здесь стоите. Поэтому кидайте. Вниз не свешивайте, чтобы вам не кидать. Пусть они сами поднимаются. Остальные вот здесь стоят. Остальные здесь стоят все. Мы тогда лесенку вот здесь вот прям выстраивались, вот здесь прям. Повторяю еще раз. Я нахрен всех разгоню. Хэвики остались здесь, остальные все вот здесь стоят. Сейчас они будут отсюда и оттуда заезжать. Слышите меня, нет? Я сейчас говорю, серьезно, всех нахрен прям с клана буду удалять. Вот здесь стоят, они сейчас. Вы что, не видите, они с двух сторон едут? Вот здесь только хэвики стоят, принимают. Пусть едут. Артурик, ты под выстрел меня мешаешь. Хэвики, вы не упарывайтесь, вы ждете здесь назад, чтобы они на вас поднимались. Они должны подниматься. Вы вывешиваетесь и подставляете свою башню, а вам кидают. Чё там? Тихо, подожди. Чё там у нас по хп? Влар, замри. Влар, не влази. 35-16. Да они ж не все засветились. Нет, хэвики чё по хп живы еще? Ну я вот. Назад отъедь. Назад. Хэвики назад отъехали. Так, Е4 сюда, смотрите. Остальные все сюда. На 3А подъедьте все, кроме Е4. Е4 с хэвиками, вот это работает. Все, остановились. Цифроки становились. Рус, остановились. Все, вот так стойте и цель. Не выкатывайте.
Хэвики стоите, держите. Если хэвики будет туго, скажите. Серега, РЗ назад уедь. Серега, РЗ назад уедь. Так, стоим, подождем, стоим. Стоим, стоим, стоим. Не власти. Не власти. Все, выкатились. Выкатились, забрали хэвиков. Лар, сверху работаешь. Лар, только не... Мина, 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 мина. Мина, не беги. Выкатывай, выкатывай, выкатывай. Семерки теперь выкатывайте, семерочки. Семерочки выкатывайте, работайте, гони. Шотного. Шотного доберите, 218. Лар, назад. Лар, назад. Лар должен сверху кидать. Блять, базу. Выкатывайте, выкатывайте, выкатывайте. Лар, по-разному сбивай, по-разному. Лар, сверху по-разному сбивай. По-разному кидайте. Лар, пошу. Кидай по цел. Кидай по. Так, тихо. Ребят, сбиваем, сбиваем. Семерки выкатите. Семерки выкатите. Выкатывайте, выкатывайте, выкатывайте. По-разному кидайте. По передним хэвикам, по задним. Лар, сверху сбивай по-разному. Под потеху кидайте. Быстрее. Под разных кидайте. Быстрее, быстрее, быстрее. По-разному кидайте. Вон тайп. Во. По-разному кидайте. Шотников, шотников уже добивайте. Шотников добивайте. Да нету расходников. Сбиваем, сбиваем, сбиваем. Семерки живите. Хэвики быстрее сюда. Давай, 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 сбиваем, сбиваем. Мне бачат не дают. На бачате заход. На ком заход, посмотрите. Да а по-любому. Который под горкой самые стоят, под, на нем на ком-нибудь. Там на бачате. Да всех, всех уже убивайте, всех убивайте уже. Мауса он добейте. Шотный, шотный, 16. Пошли вон отсюда! Шотный, стеха. 16 хп. Маус. 140, 140. Не на маусе, не на маусе, ребята. Выкатывайте, убивайте. 207. Я не могу, я на кусле, я только хэвик убежу. Выкатывайте, выкатывайте. Тайп, который за мной. Шотно, шотно. Блять. Выкатите шотно это, заберите. Маус и хэвик 207. Пиздец, блять. Бомбардир. Лар, нужно было не падать тебе сверху там стоять. Пиздец, ну тут был выигрыш. Он сам катился, я не понятно. Вот эти хэвики до хера получили, сказал, ставите сзади. Вы уже шотный были. Вот Серега Рязанцев стоял шотный. Какого хрена ты выкатывал? Вот ты видишь, ты получил шот, откатывай назад. Нет, ты ждешь, как полностью из трибуша. Блять, они по мне все ебашли. У меня выбрать 4000. Вот. Понятно. Я не мог вообще отъехать никуда. Я тут поднимался, когда тут... Две ремки ставишь? Я вам сразу сказал, вы не должны на них свешиваться. Я тебе говорю. Я на горочку выезжаю, пизда, они все пробиваю. Так зачем ты на горочку выезжаешь? Я сказал, вы должны переждать, когда они к вам заедут. Они должны НЛД свою показывать. Из-под горки вылазить, а им по плюхе. Может вообще нахуй эти седьмые из четвертой не нужны, блядь. Одни хевики нахуй. Так, Шок, скажи мне, ты чем стрелял? У тебя 5 выстрелов, 5 попаданий, 1 пробитие. Ты БВшками стреляешь? Нет, голдой. Странно, у тебя голда. Значит, выцеливать учись. Ичига. Ичига то же самое. 7 выстрелов, 7 попаданий, 2 пробития. Голда на коне шикарная. В башню не мог нормально прицелиться хейком. Все.